Привет, меня зовут Викли, и добро пожаловать в Чуть-чуть Чарльз, это новый ХРС, который мы сегодня с тобой затестим. Собственно, здесь, как ты видишь по этой картинке, мы будем убегать или же уезжать от очень страшного поезда убийцы. И это не паровозик Томас, это совершенно новый персонаж, и этот поезд убийца, он похож на паука, в общем, он очень жуткий максимально. Те, кто боится поездов и те, кто боится пауков, это прям комбо сегодня, но благо я не боюсь ни поездов, ни пауков, единственное, что я боюсь, так это скримеров. Неожиданных, пугающих, громких звуков. Но я думаю, как и многие из вас. В общем, сегодня мы все это дело, конечно же, протестим. И не забывай, естественно, влепить свой лайк, если ты еще его не поставил. Также обязательно подписывайся на мой канал, мне будет, правда, очень приятно. Ну и нажимай на колокольчик, чтобы новенькие видосики, конечно, на канале не пропускать. Итак, я не вижу смысла тянуть, поэтому поехали затестим эту игру. И, скорее всего, я сделаю полное ее прохождение. Поэтому этот видос разделится на 2, либо на 3 части. В общем, посмотрим, как оно будет, и... поехали. Итак, вот наша игра начинается. Знаю, мы давно уже не общались, но шахты, за которыми я присматриваю, в них что-то произошло. Нет, поверь, тебе стоит уделить этому время. Действительно. Чтобы твой музей оставался актуальным, тебе нужна грандиозная находка. Это говорит Юджин. Что ж, на этом острове есть нечто грандиозное, по-настоящему грандиозное. Там осталось так много друзей и даже мой сын. Только ты способен уничтожить этого монстра, он станет центральным экспонатом в своем городе, а еще ты поможешь старому другу. Да, приходил ко мне в доки на закат. Надеюсь, у тебя все готово к небольшой охоте на чудовищ. А вот и наш Чуть-Чуть Чарльз. Конечно, максимально стрёмное создание. Чем-то он похож на клоуна. В общем, похож он на оно, которое может трансформироваться в различных существ. Мне кажется, если Пеннивайз трансформировался в поезд, он так бы и выглядел. Да-да, его зовут Чарльз. Наполовину поезд, наполовину адский паук. Мы давно пытаемся его уничтожить, у нас почти все готово. Точнее, планирование пытаемся. Осталось кое с кем поболтать, да пару мест посетить. Работенка не пыльная. Да, добро пожаловать на... А, я уже могу управлять. На арену, какой там остров, где шахтеры сами копают себе могилы. Прикольно. Держись рядом, не только Чарльз, тут может быть опасен. Тут еще кто-то кроме Чарльза есть. Мы можем ходить, я могу двигаться. Это очень круто, собственно. Мы находимся на острове, просто посмотри, как же здесь все-таки атмосферно. Итак, мы можем взаимодействовать с предметами, получается, которые подсвечиваются у нас белым. Потому что у нас подсвечивается белым. А, вот, нужно было начальника нажать. Так, наверх. В вершине холма стоит вагонное депо. Зверюга убил одного из машинистов, когда все только началось. Внутри должен быть его старый паровоз. Если мы до него доберемся, он нам очень поможет выполнить задуманное. Держись ближе, не стоит лишний раз никому попадаться на глаза. Хе-хе-хе. Вот такой у нас получается мужичок. Ну и собственно... О, фига он телепортируется. Так, мы, получается, бежим за ним. Куда ты втопил, скажи мне, мужичок? Сколько в нем сил, интересно, осталось, а? Но остров, конечно, максимально жуткий. Здесь все полностью покрыто тьмой. Там у нас луна даже виднеется. Все, короче, здесь очень стрёмно. Намекает на то, что где-то поблизости живет тот самый Чуть-Чуть Чарльз, который нам явно добра не желает. Так, ну что ж, мы подбегаем к какому-то амбару. Ядрен батон, заперто. Не беспокойся, мы найдем вход. Вверх по тропе стоит сарай, там должен быть ключ. Вот тебе карта с отметкой, куда идти. Окей. Глянь, может ключ там, а я пока здесь осмотрюсь. Вот наша карта получается. Первые какие-то там, подожди, хочу прочитать. Первые шажочки требуются. Поищите ключ от станции сарая неподалеку. Фига себе, конечно, карта. Просто посмотри, какая же она здесь здоровенная. И куча каких-то персонажей. Так, незнакомые NPC, незнакомые NPC задания с оружием. Незнакомые NPC основные задания. Обалдеть просто. Мне получается нужно идти на вот эту станцию и найти там ключ от вот этой вот базы, так сказать, да? Ну окей, погнали. Итак, а вот и наш маленький сарайчик. Ну что, можем паркурить, интересно. Паркурить нет, мы красиво не можем, к сожалению. Ладно, заходим. Здесь у нас лежит, конечно же, ключик. Нажать на А, и мы тут откроем наш инвентарь. Вот ключ от станции. Хорошо, это мы поняли, отлично. Ну и, собственно, идем обратно, конечно же, и открываем наш вот этот сарайчик. Хотя сарайчик вот это вот. Это у нас целый амбар, целая станция. Ну что, молодчина. Ну, конечно, все, заходим. И мы, внутри. А вот и наш, получается, поезд, на котором мы будем путешествовать. И уже с этого поезда, насколько понимаю, мы будем охотиться на нашего чуть-чуть Чарльза. Вот совсем другое дело. Старенький, но работает на ура. Я смотрю поезд снаружи, а ты загляни внутри и оцени, с чем нам придется работать. Ну хорошо. А подожди, за кого вообще играю? За репортера, может, за какого-то наемника там. А вот и какой-то чертеж, видимо, и сможем улучшать наш поезд. Прочность поезда на данный момент 100%, скорость у нас уровень 1, и все остальное тоже уровень 1. И все это дело мы прокачиваем за некий хлам. Так, ну что ж, может, как-то заведем там наш поезд, нажмем какие-то кнопочки, видимо, не можем. А, вот сзади у нас пушка стоит, ничего себе. Самое главное, что здесь боеприпас бесконечный. Я думаю, то, что мы, в принципе, наш весь поезд изучили, поэтому отправляюсь дальше разговаривать. Что ж, выглядит потрепанно, но запчасти еще не сыпятся. Этой пушки тут не было, когда я уплыл с острова. По-моему, с ней можно здорово повеселиться. Эта штука поможет всыпать Чарльза, затем уничтожить его, пока он нас не заметит. Ну что, испытаем эту штуку? Ну, конечно, испытаем. Так, ну что, поехали, соответственно. Ой, я сразу же прям нажал на нужный рычаг, и мы...
просто ломаем забор, и да, детка, мы просто едем вперед. Так, мы идем с тобой, Чарльз, да, конечно, мы просто уничтожим. Так, кстати, а вот и он уже здесь, подожди, я хочу за пушку, так, получи, на, нафиг, получай, ё-моё, капец, он стрёмный, конечно. Получи, мы сейчас его уничтожим, так, осторожнее, давай пушки перегреваться, а я уже дал ей перегреться. Ладно, пофиг, стреляем, давай, стреляем, получи, и... Так и должно быть, я не знаю. Но моего кореша убили, к сожалению, и Чарльз уходит. Может, пойдем там у него что-то залутаем. Раз мы вот так вот, получается, остановились. И нашего кореша... Подожди, кореш, стой, я не хочу, чтобы ты откинулся в самом начале. Сейчас посмотрим, и все должно было кончиться совсем не так. А так и должно быть, я не могу понять. У него нога сломана, у него там полностью все разорвано. Так, я думаю, будем сражаться, как старые добрые. Да-да, легко пожил, хе-хе, легко умер. Кстати, а где Чарльз? Твоя миссия оказалась сложнее, чем я думал, но у меня уже нет времени. Это печальный конец, это печальная его судьба, к сожалению. Найди яйца, найди моего сына. И это все? Это все, что он мне скажет? Да, к сожалению, он покинул наш мир, он покинул этот сервак, и больше с Чарльзом он не увидится. Нет, конечно, он с Чарльзом увидится на том свете, потому что я и собираюсь это сделать с этим проклятым поездом, я отправлю его на тот свет. Мы садимся в наш этот микропоезд и отправляемся, конечно, дальше в путешествие, дальше в дорогу. Я так понимаю, то, что во время нашего путешествия Чарльз будет пытаться на нас нападать, и нужно быть максимально, на каждом повороте, на каждом моменте нужно быть на чеку, потому что Чарльз, он не дремлет, он 100% должен быть где-то здесь. Кстати, интересно, мы в будущем сможем как-то, не знаю, вагончики дополнять, там, не знаю, как-то еще прокачивать наш поезд, хотя я не вижу в этом смысла стоять. А как остановиться, подожди, как остановиться, подожди, желтый, красный, еще, подожди, что за фигня, я хочу это проверить, там что-то было, там был какой-то лагерь, там были какие-то поселенцы, так, погнали быстренько посмотрим. Кстати, что у нас вообще по карте, куда нам нужно ехать, мы получается поедем вперед вот таким вот образом, и здесь нам нужно, скорее всего, ехать просто каждому NPC навстречу, да, насколько понимаю, ну, хорошо. А вот и наш лагерь получается. И здесь, к сожалению, по-моему, ничего нет. А что, если Чарльз нападет на меня, когда я буду вне поезда? Интересно, такое вообще возможно? Так, а вот, подожди, какие-то обломки я нашел. Вот, как раз-таки это и есть наш хлам. Давай-ка посмотрим наш инвентарь и хлам. Да, отлично, хлам у нас есть. И вот на таких базах, насколько я понимаю, можно находить хлам, собственно. Чарльз где-то здесь был, да, наверное? Мне показалось, окей. Так вот, мы можем находить хлам и ремонтировать, и улучшать наш поезд. Что я сейчас, в принципе, хочу сделать? А, мне нужно 2-3 хлама на каждую ячейку, ну ладно. А можем еще менять наше направление? Так, подожди, останавливаем поезд, давай-ка остановим. А, я не успел, черт. Мы, короче, можем менять стрелки, чтобы отправляться в различные участки этой карты. Тут еще что-то... Что-то очень стрёмное, если честно. Тут еще есть какой-то ящик. Можем как-то его разбить, интересно. Ой, я могу его открыть и взять хлам. Куча хлама, офигеть. Так, мы сейчас можем прокачаться. Так, мы сейчас реально можем прокачаться. Оставим пока что эту штуку так, не буду ее трогать и... Я кого-то слышал, я пойду обратно в поезд. Слушай, игра мне безумно прям нравится. Давай-ка поскорее прокачаем наш поезд. Прокачаем, получается, скорость, конечно же. А также прокачаем броню. Я думаю, то, что будет самое крутое, а мне нужно 3 хлама, да? Так, ладно, все, отправляемся дальше, получается. Будем все рассматривать. Кстати, где там у нас ближайший NPC? Нам до него ехать еще. А, мы уже близко, мы достаточно близко, реально. И у меня такое чувство, что вот этот домик, это и есть наш NPC, где мы должны, собственно, остановиться. Поэтому мы сейчас прямо это и сделаем. Так, остановочка. Здорово, челик, здорово. Здрасте. Здрасте, мордасте. Меня не знаю, кстати, как зовут. Но мы сейчас поговорим с этим чувачком. Это какой-то ковбой. Должно быть тот человек из архива, о котором говорил Юджин. Конечно, это я. Рада, что кто-то решился помочь нам с Чарльзом и безумцем Уорреном. Кто такой Уоррен? Непонятно. Видимо, он хочет приручить Чарльза и покорить себе все местное население. Знаешь, если хочешь одолеть Чарльза, твой поезд надо порядочно подлатать. Ну, в принципе, можно, да? У меня в амбаре есть немного хлама. Можешь взять себе. О, спасибо большое. Вот тебе ключ от амбара. Он стоит выше по тропе. Его трудно не заметить, но я все равно отмечу на карте. Ну ладно, хорошо. Можем мы, кстати, в его дом зайти? Нет, к сожалению, не можем. Окей, а что у него вообще тут есть? Вот, получается, какая-то еще штуковина, но мне нужно найти конкретно амбар. Давай сейчас посмотрим по карте, где он. Амбар у нас находится прямо здесь. Ну что ж, побежали вперед. В принципе, я сейчас сделаю это без поезда, наверное, да? Ну, конечно, к амбару, в принципе, я способен добежать на своих двоих. Но после того, как мы залутаем эти детальки, конечно же, поедем дальше на нашем поезде. Итак, заходим. Здрасте. И вот наш хлам. Еще хлам. Ничего себе, еще хлам. Спасибо большое. Можем, кстати, сразу же сейчас прокачать броню, что, в принципе, я и хотел сделать. Даже нам, скорее всего, на ремонт еще хватит. В общем, реально по кайфу. Слушай, достаточно много хлама. Офигеть, так там на целую прокачку хватит. И какое-то письмо. Да, Юджин пообещал сразу же отправить помощь, как только доберется до материка. Только вот что, вернуться он не обещал. Полагаю, он из тех, кто не будет заморачиваться по таким пустякам. Все оставшиеся ностые пытаются вырваться из этого кошмара. И остается лишь надеяться, что это его знакомый. Или знакомый из архива сможет сотворить чудо. Плевать, что они там творили в прошлом, или что они сделают сейчас. Сейчас должен сдохнуть. Почто желает того,
похоже, хоть и нашлись кретины, которые хотят оставить его в покое. Это чертов Уоррен совсем рехнулся. Да, челик что-то совсем бешеный. Так, ну что ж, мы здесь, скорее всего, все заутали, насколько я понимаю, да? Давай-ка еще все чекнем. Нет, вот, смотри, мне нужно эти 9 хлама, я нашел только 8. А где еще хлам? А, вот еще хлам, хорошо, и отправляемся обратно. Ну, погодка, конечно, не ледная. Интересно, тут вообще бывает, там солнце, утро, день, не знаю. Ладно, так, прокачиваем наш поезд, получается, ремонтируем сразу же, также увеличиваем урон и увеличиваем броню. У меня еще стоит 4 единицы хлам, поэтому я предлагаю подлутать наш поезд до максимума. Ну что ж, я думаю, то, что, в принципе, стоит отправляться, конечно же, дальше, у нас там по карте. Да, поедем дальше прямо к вот этому NPC, ну и, собственно, будем двигаться, двигаться дальше по направлениям. Итак, поехали, надеюсь, то, что сейчас мы встретим Чарльза, что у нас будет, кстати, экшончик. Ну и погнали, сейчас посмотрим, кстати, я реально стал быстрее ехать, прямо это почувствовал. И представляешь просто, как же мы будем быстро ехать на максимальной скорости, сейчас поезд за нами никогда в жизни не угонится. Так, осматриваем углы, проверяем прям все подряд, я кого-то слышал, или мне показалось, или мне, надеюсь, показалось. Так, смотрим, ну Чарльз обычно он появляется сзади где-то, да? Хотя может и напасть спереди, это, конечно, будет максимально неприятно. Что у нас по карте, где мы вообще едем? Подожди, карта не та, карта вот здесь, и мы уже подъезжаем, что так быстро? Окей, так, останавливаемся примерно здесь, и где-то здесь у нас живет NPC наш следующий, к которому, конечно, должны подойти. Что-то Чарльз на самом деле давно не видно, видимо, он меня испугался и на меня нападать больше не собирается. Конечно, он, естественно, готовится, какие-то там тактики себе выстраивает секретные. Так, опа, здравствуйте. Так, огуречная дама, мне нужны мои огурчики, что? Я слопал последнюю банку огурцов, только одна теперь осталась на острове. Я спрятала ее про запас в своей огуречной пещере. Я потом достала их, но потеряла свои ключи, к сожалению. У кого-то на острове должны быть маринычки, то есть отмычки. Принесешь мне банку особых маринованных огурчиков, я это дам тебе в награду весь хлам, что у меня есть. Было бы славно. Так, ну что ж, погнали искать. Что у нас там по карте отмечено? Мне нужно идти прямо вот сюда, вот уже далековато. Ну ладно, я думаю, тоже справимся, чисто сейчас поднимемся наверх. Вот интересно, она не могла это сама сделать, как бы подняться наверх, все организовать. Но, видимо, нет, видимо, ей тяжело. Ну ладно, я как бы готов, ради хлама я сделаю все. Итак, а мы уже, скорее всего, подходим, да, где-то там, это впереди должно быть. Давай-ка чекнем, да, нам нужно еще идти, идти. Вот мы уже и на месте, тут, получается, еще есть хлам, хорошо, какие-то еще маленькие постройки. И, собственно, мне нужно в эту пещеру, да, зайти. Ну давай, так, я нашел краску, какую-то фиолетовая краска, зачем она мне нужна? Используй ее, чтобы перекрасить поезд, фига, тут есть всякие различные кастомизации, это круто, я обязательно перекрашу. Хотя, в принципе, мне и желтый нравится, в общем, посмотрим, возможно, мы там сможем как-то закомбинировать эти цвета. Ящик у нас закрыт, получается, да, ящик закрыт, еще хлам нашел, хорошо, еще хлам нашел, так, и записка, конечно, читаем. Огурцы, огурчики, огурчики, огуречки, огурец. Ну ладно, хорошо, что можем тут еще найти, пока что я не вижу ничего. Подожди, ящик у нас не открывается, 100%, может как-то молотком вот этим вот разбить? Не, ну атмосфера в этой игре, конечно, мега жутко, ты просто на это взгляни. Так, ну а мне как открыть этот ящик, скажите, пожалуйста. Короче, я не знаю, как открыть этот сундук, я здесь просто все переискал, но ничего, к сожалению, так и не нашел. Поэтому мы прямо сейчас отправляемся на основное задание. Так, запрыгиваем в наш верный поезд и поехали. Кстати, подожди, а как его перекрасить? А вот, у нас есть фиолетовая краска, и теперь реально поезд мой фиолетовый, офигеть. Пусть пока будет фиолетовый, потом мы что найдем новую краску, и я, честно, хочу сделать его красным. Как бы сам чуть-чуть Чарльз красный, я тоже хочу быть красным, как такая противодействующая сила. На каждое действие есть свое противодействие. Так, а мне, подожди, мне ехать нужно сейчас, подожди, останавливаемся срочно. Мне нужно направо стоять, нет, я поехал не туда, подожди, я поехал не туда, черт, я могу как-то обратно поехать, блин. Нажимаем вот так вот, да, могу, хорошо, отлично, я могу это сделать, теперь делаем вот так вот и едем, получается, вперед. И ты просто посмотри, видимо, у нас там океан, мы вообще находимся, судя по всему, как бы на острове, на здоровенном острове. Впереди нас ждет еще один поворот, поэтому сейчас нужно, конечно, заранее остановиться, вот так вот, да, и он как бы ведет не в мою сторону, к сожалению. Потому что мне нужно направо, поэтому так выпрыгиваем. Быстренько меняем наше направление. Ой, быстренько вот так делаем, хорошо. Запрыгиваем. Так, подожди, Чарльз. Минин Чарльз Компани. Фига себе. Пока что Чарльза не видно, не слышно. Возможно, появится после выполнения вот этого вот задания, на котором прямо сейчас направляемся. И ведь оно является основным. Мы погнали, поднимаемся на некую вышку. И здесь, скорее всего, должен быть наш NPC. Здорово, дедуля. Так, Юджин точно обо мне рассказывал. Так что представляться нет смысла. Я тебя лично не знаю. Так, меня зовут Грег, если что. Тебе, наверное, уже сказали, что Уоррен, хозяин шахт, надежно спрятал 3 яйца монстра. Мы не знаем точно, почему защищает яйца, но если они выплются, то из них появятся такие же монстры, как Чарльз. И вот теперь вопрос, кто же появился раньше, Чарльз либо яйцо? Я думаю, что все-таки Чарльз это какие-то демонические сверхсилы, мне так кажется. Либо просто разработка очень-очень коварных ученых. Чтобы этого не произошло, нужно украсть все 3 яйца, выманить ими Чарльза, и мы его тогда убьем. Одно из яиц находится в северной шахте, вот ключ от входа. Окей,
Окей, погнали. Так, забираем наш хлам и погнали быстренько-быстренько. Еще хлам, офигеть. Вообще, у него в домике что-то есть, интересно, давай-ка посмотрим. Нет, все заперто. А хлам должен быть в округе, я в этом уверен. Давай-ка сейчас все посмотрим. И хлама здесь больше, но, к сожалению, нет. А, нет, есть хлам. Ладно, есть хлам. А где наша шахта-то находится? Она находится. Ой, как далеко. Ядрить, колотить. Как же мне туда далеко ехать? Ну ладно, отправимся. Отправимся, конечно же. И быстренько сейчас еще прокачаем наш поезд. Давай-ка мы это сделаем. Скорость, урон и броню, конечно, прокачаем. Как раз-таки остается 0 хлама. Отправляемся, отправляемся в путь, конечно же, с прокачанным поездом. Просто офигительно. О, смотри-ка, там что-то едет. Это чуть-чуть Чарльз, он здесь уже. Ё-моё, так, подожди, подожди, подожди. Берем быстренько пушку нашу и начинаем, конечно же, его стрелять. Так, пошел вон отсюда. Блин, капец, что так неожиданно-то появился? Скажи мне, пожалуйста, так, получи, получи. Я сейчас думал, что какой-то поезд едет, а это чуть-чуть Чарльз. Можем как-то его убить, скажи мне, пожалуйста. Можем как-то его убить. Я ему прям в рожу стреляю. Давай, сколько у тебя там ХП? Кстати, мы ему ХП-то сносим. Ему ХП-то реально сносит. У меня пушка сейчас. У меня сейчас пушка, черт возьми, перегреется. Мне нужно его уничтожать. Блин, а что мне делать? Даже мне нужно, скорее всего, чинить, да? Нужно параллельно чинить, потому что это жесть. Это жесть. Так, быстренько, прочность, прочность. Давай, 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 хорошо, прокачали. Быстренько возвращаемся, стреляем дальше. А я умею чиниться очень быстро, а ты пошел вон отсюда. Хорошо. Фух. Нормально мы так острелялись. Кстати, там был ящик, но мы его пропустили. Ладно, мы сейчас едем, получается, наше задание. Ой, повернул не туда. Черт возьми, повернул туда. Подожди, подожди, подожди. Остановочка. Вот так вот делаем. Теперь едем назад быстро. Хорошо. Меняем наше направление и едем вперед. Ну слушай, наша вторая стычка с чуть-чуть Чарльзом была, мне кажется, успешней. Потому что поезд мы не сломали, соответственно. Кстати, там еще ящик, давай мы быстренько его залутаем. Видимо, Чарльзу не понравился новый раскрас моего поезда. Я в этом уверен на 100%. Так, быстренько открываем. И здесь у нас, конечно же, куча-куча хлама. Самое главное в этой игре, насколько понимаю, это поддерживать постоянный баланс хлама. Звучит, конечно, смешно, но это действительно так, потому что если у нас не будет нужного количества хлама, то нас могут легко разбить. Это, конечно, будет максимально неприятно. Ну и посмотри, как же мы быстро движемся по карте. Все благодаря тому, что мы прокачали нашу скорость. И нужно внимательно смотреть за окружающей обстановкой, потому что, во-первых, может появиться Чарльз, а во-вторых, вот такие вот коробочки нам необходимо не пропускать ни в коем случае, потому что здесь у нас лежит хлам, который мне не крайне необходим, в принципе, как я уже и сказал. Сколько здесь хлама, это просто жесть. Я остановился, в этой коробке было просто его дофигища. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Сколько у нас? 16 хлама. Отлично, просто супер, поехали дальше. И мы уже совсем близко, поэтому предлагаю остановиться примерно вот здесь где-то, куда мы подъезжаем. Так, и остановочку делаем, конечно же, хопа, и все, я уже на задании практически. Надеюсь, что с моим поездом ничего не случится в мое отсутствие. Так, и здесь все получается, нужно, конечно, залутать хлам, это хорошо. Хлам это реально хорошо. Так, мы побежали к нашему заданию, оно где-то здесь. Кажется, тут невероятная территория, тут же это какая-то шахта здесь или что такое, там кто-то ходил, кстати, здрасте. Подожди, а кто это? Здорово, ты добрый? Йо, нет, черт, это что за фигня такая? Это что за фигня? Я испугался, капец, это что такое вообще? Видимо, это какая-то враждебная территория, поэтому мне сюда лучше не идти. Давай-ка поставлю метку лучше на наше задание. Оно у нас находится здесь, у меня достаточно мало хп, меня отстреливают, жесть. Какой ужас, так, нужно дойти 70 метров всего лишь, нужно как-то дойти, я не знаю как, но надеюсь, что у нас это получится. А что это за чел такой странный? Че это такое? Он за мной бегает, ё-моё. Он реально за мной идет так быстро, надеюсь, что здесь какая-то база. Так, пожалуйста, открывайте, фух, най, заходим быстрее, закрывай, закрывай. О нет, он здесь, черт, беги. Я побежал просто куда-то непонятно в пещеру, ё-моё. Офигеть, где я? Это что такое вообще? Это что такое? Так, незаметность. Можем выглянуть слева, либо справа. Он за мной бежит, это достал уже. Че ему надо от меня? Че ему надо? Так, что здесь есть хлам и больше ничего? Черт, уходим, уходим, уходим. Блин, он меня сейчас просто убьет. Подожди, я вообще туда забежал? Нет, где я нахожусь, черт возьми? Ё-моё, так, хлам его на забираем, здесь все забираем. Где я? Это что за туннели такие? О нет, он здесь. Блин, 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 блин. Налево, подожди, я вообще правильно побежал или нет? Черт, я запутался немножечко. А вот, вот, я хорошо. Я правильно нашел дорогу, быстрее, 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 быстрее. Забираем хорошо и сваливаем отсюда нафиг. Хе-хе-хе. Все, у меня, в принципе, это получилось. Мы первое яйцо своровали. Нужно сейчас просто сюда аккуратненько уйти. Кстати, у меня стамина вообще не тратится. То есть мой персонаж как бы может бегать бесконечно. Так, я мост себе открыл. Хорошо. Все, мост открыли и нафиг сваливаем. Быстрее, быстрее, быстрее. Фух, мы это сделали. Мы наше первое задание выполнили. Быстрее, быстрее, быстрее убегаем. Прыжочками, прыжочками. Хорошо, хорошо, хорошо. И все, все, реально, мы это выполнили. Так, вам забираем. Хорошо. Ай, блин, больно. Все, найс, мы это выполнили. Можем сюда сваливать. Е-бой. Пошел. Вон, я уезжаю на своем поезде, поезд быстрее, забирай меня отсюда. Вот мой поезд-спаситель, хорошо, вам сейчас будут кранты, чуваки, получайте нафиг, все, пошли вон, я уезжаю отсюда, все, хорошо, у нас это получилось. И мы проезжаем, подожди, в какой-то пограничный пункт, что это вообще такое, подожди, что за фигня, что мы проехали? Что тут написано, так, во-первых, тут есть хам, во-вторых, тут написано Чарльз, мы попали на какое-то место, место, где производят такие поезда или что, то есть мы на территории какого-то завода или что, реально, абсолютно какая-то прям здоровенная-здоровенная постройка. Ну что ж, я думаю, то, что это мы уже рассмотрим в следующем выпуске, поэтому, конечно же, не забывай поставить свой лайк, если ты еще его не поставил. Также подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан, ну и нажимай на колокольчик, чтобы новенькие досики на моем канале, конечно же, не пропускать. Ну а с тобой был я, Твикли, это был игрушка Чучу Чарльз, я не прощаюсь и говорю до новых встреч, друзья.